Привет, малышня! И сегодня снова рубрика «Влог». И сегодняшняя тема влога – это моя грустная, серая и очень долгая зима. Так что погнали! Ну чё, всем свэк, пацаны, собираюсь сейчас ловить тачку и валить в Южное Бутово. Со мной в лифте ехала замечательная соседка, и она не поняла моего набора, потому что... не знаю почему. Ночь. Рома Желудь, Бутово. Всем известный бутовский торговый центр. Странные упыри в спортивках. И, конечно же, бесстрашный я. Дед Мороз пошел. Кафе. Вот оно, кафе моей мечты. Шоколадница отсосала сейчас просто. На улице бываю довольно-таки редко, и всегда, когда я здесь бываю, снимаю видео, потому что для меня это какой-то новый мир. В школу я не хожу, друзей у меня мало, гулять мне не с кем, в Москве делать нечего. Выйду на улицу, гляну на село. Ну, даже девки не гуляют. Я, кстати, заметил такую штуку, что если я зеваю или кто-то из моих друзей зевает, то сразу же все вокруг тоже зевают. Ну что? Ладно, я сейчас попробую не обращать на это внимания. Но видите, я справился, потому что мне наплевать. Попробуйте сделать так же. У вас вряд ли получится с первого раза. Ёб твою мать. Погнали, что у вас? Да, я, конечно, супер ловкач. Я, кстати, смешаю такие слова тупые, как ловкач. В общем, приехал я работать, телевидение, все такое, звездная жизнь. На самом деле, все не так, как вам кажется. Вас обманывают. На самом деле, на улице я нес полную херню, потому что мне было очень холодно. Так что забудьте вообще. Сижу в гримерке. Вы не против, что я буду к вам иногда теперь приходить? Нет, конечно. Ждем тебя всегда. Я вообще в жизни такой же, как в интернете, да? Лучше. В жизни намного лучше. Свэк. Я сегодня фермер. Да, типа, да, ну да. А что ты снимаешь? Осветительные приборы? Нет, я же видеоблогер. Я в интернете. Ром? Да. Сняли первую программу, я увидел шоколадки, и тут понеслось. Вот она, моя настоящая жизнь. Один, без друзей, поехал делать себе татуировку. Мне было наплевать абсолютно на всех сейчас. Примерно 4 утра. Я один иду совершенно по Москве. Никого нету вообще. Я люблю ходить один ночью. Мне совершенно не страшно, мне... то есть в детстве тоже родители говорили, что типа вот, ночью. Сделался татуировку, наконец-то она большая, наконец-то она настоящая татуировка. И да. Ну ладно, это что-то личное, не хочу даже про нее говорить, но, в общем-то, берите с меня пример. Делайте то, что вы хотите делать в любое время. Я лежал на диване и не знал, что делать. Поехал и сделал себе татуировку. Наверное, у вас тоже есть такие цели, я даже уверен в этом. Ловлю тачку, что-то она пока не останавливается. Ну ладно, я вас очень сильно люблю. Secrets away. Короче, решил себя наградить тем, что пойду и... отлично, написано вход справа. Пойду, как всегда, поширю себя какими-нибудь вкусными штуками, потому что мне вообще насрать. Я счастлив, и у меня теперь есть... татуировка большая, наконец-то. Как же можно на ночь не пожрать? Всем привет, нахожусь на съемках своего клипа, вот там вот все операторы, и снова встретил парня, который курит. Сколько сейчас стоят твои сигареты? 82.
Уже 82 рубля! Так, где сигарета? Быстро дай мне ее сюда. Не надо ее ломать. Дай затянуться, дай затянуться. Не надо, так не ломай. Понятно! 75 рублей! 82 рубля уже стоит! Позор! Ой, блин, я сам в себя попал. Собака, ты чё от меня бегаешь? А? Сегодня будешь тоже сниматься, да? Да? Только не кусайся. Они играют, да, играют. О, господи, как круто за городом. Если у меня будет... Надеюсь, у меня будет свой дом когда-нибудь, и там будут играть маленькие детишки и бегать. Вот. Короче, мы уже практически начали снимать клип, и прям перед началом съемки пошел снег. Не знаю, видно его или нет. Это супер круто, потому что он нам нужен. Йоу. И вообще сегодня последний день зимы. Так что да. Вот. Надеюсь, все получится очень круто. Они готовы. Тебе их надо приманить. Иди туда, бежишь! Как зовут собаку? Тайсон. Тайсон! Надо понять немного, да нормальная. Мечтала такой собаки. Йоу! Ставьте лайк, если вы тоже всегда смотрели фильм «Хатико» и хотели точно такой же. Вау! Если честно, я просто в шоке от звуков. Сейчас попробую вам как-то показать. Не знаю, передаст ли это iPhone, но я просто в шоке. Я в шоке, там же люди в шоке. Твою мать! Какой ужас! С Новым годом! Мне страшно! Бабушка! С Новым годом! Скорая помощь. Я вижу, тебе уже плохо. Как дела, лучший друг? Shine bright like a diamond. Are you okay вообще там все? Только в такие моменты я понимаю, что все-таки Россия настолько едина. Посмотри, сколько окон. Это как-то супер волшебно. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Бедная, не бойся, всего лишь салют. Бедная моя. Как человечек украл, ладно, спокойной ночи. Но я не издеваюсь над своей собакой, вы не думайте. С Новым годом, собачатину! Видно вам нет, но у меня даже... У меня трясётся. Только в такие моменты я чувствую, что Россия едина, мы все вместе. Делаем одно дело, мы отмечаем Новый год. И хотя бы в такие моменты мы не тупо живем в своих маленьких норах и просто работаем с утра до вечера. Мы едины. Я считаю, что именно вот эта Россия, вот такая Россия, она такой и должна быть. Вот сейчас я просто офигел, потому что у меня даже сердце как-то мне все, я, короче, пойду. Анита Цой и Гангнам Стайл, я пойду, короче. Ты это пока нащупал. Собака. Куда убежала? Пойдем гуляем тут. Какой нереальный воздух, я в шоке. Бабушка, я тебя люблю. Только не надо бумажки жрать. Бабушка боится, собака тоже. Я один как отчаянный ребенок. У-ху!
set fire to the rain. Вы даже не представляете, это, наверное, непередаваемый звук и непередаваемая картинка, но, господи, это что-то невероятное. Все-таки вот такой России должна быть. У каждого своя морочка, и везде есть фонарики. Ты считаешь, что это символ Нового года? Да, вот так скажешь, что бабушка сделала символ Нового года. Бабушка, ты хочешь сказать, что вот это символ Нового года? Да. Бабушка, то есть ты хочешь, чтобы я снял этот сапог? Иди там лупят вовсю. Пошли, пошли. Лупят. Пойдем. Я так люблю свою бабушку. И лупят. Визжит, как сучка. Ты и есть сучка. Оливье! Полная херня по телеку. Мой Новый год удался. Активный образ жизни — это круто. Скелетики. Ну, короче, вообще не понимаю, как бабулечки ходят. Эти старенькие, они же если упадут, у них же там все сломается. Как давно я не снимал себя в лифте, по-моему, блин, прошлой зимой. Моя жизнь всегда будет роскошной, и лезть в нее ты не будешь. Состояние моего кошелька всегда будет на высоте, и лезть в него ты не будешь. Моя жизнь тебя не то что трахать, она тебя и потрахивать не должна. Это ясно? Зачем вы кричите? Так, подойдите и работайте. Вы не будете работать? Я работаю. Давайте, подойдите и работайте. Да. У меня своя работа. Что ты говоришь по-человечески? Я спросила. Если вы будете так ходить, получать зарплату, мы вас вообще отвалим. Надо поспокойнее говорить. Вы с начальником, с таким гонором к ней. Кто начальник? Где начальник? Давайте начальника. Давайте начальника. Давайте. Какого судебного избирателя? Да. По поводу. Пожалуйста. Вы что, хотите мне предъявить что-нибудь? Я стояла в очереди. И теперь. Пожалуйста, займите свое рабочее место. А вы не указываете? Мое рабочее место вон там наверху. Тогда подойдите тот оператор. Да посмотрите, со 167-го приходит зарплату получать. Мы с вами не дружили, чтобы на «ты» обращаться. Да. Верите, нет? Всем привет. Получил новые посылки. С таким трудом вы даже не можете себе представить. Потому что, блин, они сейчас так кричали, что просто жесть. Они прям орали друг на друга, меня не стесняясь совершенно. Это уже не Почта России, это какая-то Почта России Family. Они там друг на друга вечно орут. Я, конечно, не люблю все эти плохие ситуации, все эти разборки. Но девушка просто пришла получить посылку, и к ней никто не подошел, и ее послали, мягко говоря, в жопу. Только я и многодетная мать. Не знаю, мне очень интересно, что в этой посылке, потому что я ее получал с огромным с нереальным трудом. Я стоял на почте очень долго, и на самом деле там все бывает и похуже. Но тот факт, что они кричат на своих клиентов что-то из серии «Нас много, а ты одна, ты не сможешь оправдать, что мы к тебе там тебя не обслуживали. Мы все вместе. Да мы семья, мы фэмили, мы сможем там тебя засудить, чего угодно сделать». Мальчики, хватит насиловать Деда Мороза. Он признак Нового года, и он... Так, мальчики, сейчас будем разбираться. Рома в лифте превращается в сумасшедшего мальчика. Подписываю чекички, просто в шоке от моей манеры. Пиваю свой розе. Подписываю чекички, просто в шоке от моей манеры. Глупый маленький ребенок. Ребенок. Ладно, мам, передай что-нибудь. Привет, дорогие мои. Джентльмен. Мы с мамой ползаем по полу и не понимаем, что вообще происходит. Раздом и радуга. Ну счастье. Просто, ну охереть теперь. Да. Что, это ты прикалываешь, что ли, там? Ты нарисовала ее, что ли? Нет, это настоящая радуга из окна. Она принесет нам удачу. Конечно. Нет, мне Сэдэси! Он тебе как помог! Нет, мне Сэдэси!
Когда ты едешь один в лифте, на тебя никто не смотрит вот так. Что за мудак? Что за крокодайл едет с камерой? Вот сука, снимает, все ходит. Ой, сколько снега навалило, намело, смотрите. Ой, новогоднее настроение просто. Гололед везде. Так что за человек-растение, на секундочку. Отлично. Его пара девочка-цветок. А на темной улице. Мне очень холодно, очень страшно. Еще мне дует в почки. Ну и не только в почки, еще и в писюльку. Всем привет, я устраиваю челлендж на то, насколько вам пофиг на людей. То есть, насколько вы не боитесь камеры вообще, потому что, ну, как бы, около людей пройти это страшно, в принципе. И я очень долго к этому шел, поэтому челлендж. Тот, кто снимет на видео, как он идет в центре своего города, по главной улице, просто не боясь людей, абсолютно не важно, что они подумают, потому что они все пялятся просто жесть, как... Просто, ну, в смысле, вам этого, может быть, сейчас и не видно, так, куда я пришел. Кстати, тепло. Короче, челлендж. Дети, вам должно быть абсолютно все равно, что рядом идет человек, что вы говорите, записываете видео. Вы должны идти, и вам должно быть все равно. Поэтому тот, кто снимет самое оригинальное, короче, видеоответ, нужно присылать его видеоответы к этому видосу вниз. Еще нужно поставить палец вверх под этим видео, подписаться на два моих канала в YouTube. Я подарю, знаете что? Вот что. Это наушники, которые я привез из Нью-Йорка. И я очень долго думал, какой же конкурс сделать. Так вот, все, что вам нужно сделать, чтобы принять участие в конкурсе, это снять видео, как вы идете, короче, просто по улице, и там куча людей, кстати, заметил, что очень много серых личностей, которые заполняют весь город, которые вообще, то есть, ну... Грустные, грустные люди. Им плохо, грустно. А, я не знаю, птички поют, тепло. Мне вообще все равно, я иду довольный. И вообще, короче, надеюсь, вы поняли условия конкурса, потому что я так излагаю, конечно, странно. В общем, вот, я жду ваши работы. И, то есть, нужно пройти будет и вот так вот, и спиной. И спиной, все равно вообще, что кто подумает. Короче, жду ваши видеоответы. Победителя выберу в своем официальном фан-клубе ВКонтакте. Просто идите, наслаждайтесь жизнью, пойте. И смотрите, какой смешной дядя. Идет все равно. Это же так круто. Ладно, в общем, наушники из Нью-Йорка будут вашими. Там белые очки, орешки, поэтому наша с вами секретная тема. Я люблю вас. Как ваши дела? Все хорошо? Точно? Точно все хорошо? Ладно, я вас люблю. Будьте, короче, на позитиве всегда. И знаете что? Мне никогда в жизни не нужно было принимать никакие наркотики, не пить никакой алкоголь. Мне ничего не надо было, чтобы просто чувствовать себя свободным и счастливым. И, собственно, пытаюсь я и вас этому научить. И вообще как-то... Какашка! Как-то вам, короче, это показать. Вот. Я лезу через забор, и мне абсолютно все равно, что обо мне подумают. Я вас люблю, жду вашей работы. И наушники! Пока, белки, бурундуки, и кто там у меня еще есть. Блин, не хочу так останавливать видео, ну ладно. Скоро лето, уже тепло, не холодно, уже нет снега, и я вас очень сильно люблю.